Все мусульмане называют меня посланником пророка. Одни вы противоборствуете мне. Почему? Твоя власть держится на насилии, мече и страхе. Ничтожный зверь страшится крупного. Овца – волка. Слабый человек – сильного. А человечество трепещет перед Богом. Вот и выходит, мир держится на страхе. Нет сильного и слабого. Есть совершенный человек, и есть невежда. Да, жизнь невежды действительно схожа с жизнью хищного зверя. Жестокость, насилие, страх перед Аллахом. Все это нужно тебе для укрепления власти. Настанет и мой час, и мне придется покинуть этот мир. Но в человеческой душе навсегда останется страх перед Богом. Страх перед землетрясением, наводнением, чумой. Страх никогда не уйдет из этого мира. Совершенный человек проникнет в тайны всей вселенной. И ничто его не устрашит.